История визы тяжелая и, к сожалению, не единичная. У нас уже была подобная история, когда мы нашли Бригитту с перерезанным горлом. Такая же огромная белая собака. И такое ощущение, что это не проволока. Девочки именно хотели перерезать горло. К такой же собакой оказалась Сержика. Мы ее нашли тоже 2 года назад. Но Сержике повезло меньше. Сержику хотели перерубить горло, но в результате острием топора ей разрезали горло и отрубили лапу наполовину. И это чудо, что она выжила. А Сержика у нас есть на канале, вы ее сможете у нас увидеть. Просто наберите Сержика, и вы найдете. Вот такие у нас дела, ребята. А сейчас я расскажу вам о Дизе. Мне позвонила женщина и сказала, что бегает окровавленная собака. Когда я спросила, где, она ответила: грязи и новострой. К сожалению, я нахожусь в Чехове, но позвонила друзьям, послала туда машину, и мои знакомые туда поехали сразу. Собаку они увидели, но собака боялась. Там вышел еще один мужчина и помог собаку загнать к себе во двор. Когда собака оказалась во дворе, она просто легла и ждала, пока ее возьмут. Мы забрали, отвезли в клинику, и только в клинике обнаружили, что у собаки полные сиси молока. К сожалению, собаку забирали поздно вечером и обнаружили, что она, кормящая мама, тоже вечером. Сразу позвонили мужчине. Он вышел, походил, но сказал, что щенят не нашел. Мы перенесли поиски на утро. Утром мужчина молодец, просто от всего сердца желаю ему доброго здоровья, потому что он полазил по стройкам в окружении там, приблизительно где видели собаку. И в результате он нашел малышей, 9 двухнедельных малышей. Это же мама, у которой есть дети, и кто-то покусился на ее жизнь. Каким же нелюдям рождено это существо, что оно покушается вот так? Неужели в наше время вам нечего есть, люди? За что же вы собак убиваете, издеваетесь? Я не понимаю этого, ребят. Собака, она как ребенок. Она так в глаза вам смотрит, в душу, что разве можно ей отказать или ее обидеть? Вы просто не видели глаз собаки, наверное, близко. А те, у кого есть собаки, они меня понимают. Она теперь такая прям счастливая, а то нервничала, рвалась все время. Сейчас Диза со своими детками находится в приюте «Лохматая душа». И мама, и детки чувствуют себя хорошо. Диза стала спокойной, она ласкается, она гладится, ей обрабатывают шею. Очень больно. И в то же время на душе спокойно, потому что Диза в безопасности. И ее дети тоже. Но мы сделали самое малое. Мы приютили эту семью. А вот дать ей путевку в жизнь, вылечить и пристроить мы можем только с вашей помощью. Друзья, я очень надеюсь, что вы отзоветесь и будете рядом с нами. Лохматая душа рада новым и благодарит старых друзей. Доброго вам здоровья, мои хорошие, благополучия и счастья, любви и радости. И чтобы все беды всегда обходили вас стороной. Добра вам, мои хорошие, от всего сердца, от всей лохматой души. Добра вам, люди!